Ну давай еще раз шкаф суманем людей. Где за секреты это идут? Протопал там. Бафы, прота. Ну и паладины распределитесь. Холипал, кресты. А завтра то как кто будет собирать? Завтра и я имею в виду. А завтра это Гера, да? Не знаю, посмотрим. Ну что там, готовы, блядь? Каску ханту еще. А, вон да. Рыба справа. Здорово всем. Рыба справа. Смотрите, баф. Короче, похер на баф, Кирилл, начинай. Вы бежите, блять, друг с другом в разные стороны. Бегите в следующий раз. Мы двойной урон получаем. Скажу, что это. Как же хорошо, блядь. Замычки выбегают. Гордый стоял. Не стыдно? Бегите на Болтара. Кирилл на боссе будешь, а кто уголы будешь ловить первую копию. Кирилл с тебя ее заберет. Кирилл отдашь незыблемость на 35. И третью копию. Два танка? Ты заберешь. Ну да. Да, хорошо. Значит, смотрите, полипал сильно хиль, два танка. Ршам, смотри за БДК. И два друида, смотрите за протопалом. Вторая пати прист. Так я ему говорил. Он в ДЦ подстрахует кого-то. Киньте иннеры по присту. Звезду поставил. Все как обычно, ведешь центр, под мордой не стойте. Кто сдохнет, сразу анрол на Халеона. Под мордой имею в виду. Танки, смотрите, если босс вырастает, это значит у вас будет сильно бить. Хилы хилим очень, очень сильно. Чешки отдаем там. Начинай, Кирилл. Цирк приехал. Надо подождать. Я пока не могу начинать это заклинание. Надо подождать. Ха-ха-ха.
появится Ктулгалы, сразу первую заберешь. Сильнее страдания. Я пока не могу. И ту забрала, сука. Ну я копию убила. Ну лежи. Короче, танки. Не забирай ты, блядь, ты что творишь? Пускай, все, прожимайтесь. Хильте Холли Палч с хорошенько. Грыд, слава, уходи. Блять, последняя тычкой, блять, меня уебал. Вот, ну, я просто хочу объяснить. Не водите этих ебаных пидоров, когда, блять, они не крутят свою вертушку. И, блять, они всегда вас будут бить. Когда вы отходите, сука, они крутят вихрь и бьют по вам. Отошли, блять, 5 метров назад. Все, стойте. Получайте дамаг, вас захилят. Черные драконы явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Силы были неравны. Мы, братья, гибли один за другим. А я спряталась здесь и запечатала вход. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Ой, зацени этот список товырка. Атакой руководил кровожадный Заритриан. Но, боюсь, тут замешано и более могущественное зло. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера, огромного сумеречного дракона. Герои, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики, но одно я знаю точно. Их нужно остановить. Сейчас я подбегу. Каску БДК. Сейчас, секундочку, бан отвесил. Друиды, первая пати. Слева мобы будут. Найдите усмирение или успокойствие там животного. Как-то херня это называется, который драконов усыпляет, короче. Слева законтролите, справа протопал, короче. Первых законтролите, вторых там пофиряют. Нашли, надеюсь. Как это называется? Сейчас спячка, что ли? Вот спячка. Где она находится? В балансе. В первой ветке баланс. Драк. Так. Да, на драконов. Короче, спячка. Все, Кирилл, начинай. Алекстраза выбрала достойных союзников. Первый, который будет идти, вот сейчас дерево отошло налево. Я первого законтролю. Второй, который будет идти, какой-то сова законтролю. Слышите, подходите, там кто со спячкой. Если вы не законтролите, я пойму, что вы дну выглядите. Обратите их в пепел. Слишком далеко. Все, один спит. Красавчики. Только не ауешьте сейчас по нему. Надо было там подальше законтролить. Сова, которая давала контроль, обновляет там. Слуги, обратите их в пепел. Сейчас придут мобы в рейд, вести дай, дадите фильм. Ха-ха-ха.
пошли на ту сторону. Значит, Кирилл, тьму танчишь, оттуда и свет. И ты знаешь, как он поставит сейчас босса, так ты будешь его в свете держать. Лицо и хвост смотрят точно в порталы, потому что по бокам появляется рейд. Так, ханты, первое это, вы выходите сразу, даете на пул на Актулговы. Значит, не Шимба, играешь с Виту. Ага. Так, Анага и Элия хилите тьму, я с Колипалом свет. Я по диспелям. Третью. Анага тьму диспелит. Кто диспелит? Колипал, остаешься в свету, не заходишь. По группам. Первая, вторая, как обычно, выходит свет. Третья, четвертая остаются во тьме. Во тьме, ну хорошо, то есть тогда вас цвету вроде. Хорошо, ладно, тогда на пол уберу. Зачем ты возвращаешься? Он до стены не донес. Под морду унес. Вчера под портал-то вынес. Ой, вернее, подвесли. Кнопка не та стояла. Два процента готовится. И не диспелится, не диспелится у меня, я не знаю, что, сбились настройки походу. Вот, подними. Выйти или вынести? Повтори, пожалуйста.
Хризи спрашивает. О, началось. Я хер его знает, у них тут сбили все настройки вообще полностью. О, здесь пилил. Ну, побежал. Зачем ты диспелишь, не донеся так, бедя до края? Господин, этот мир сгинет в огне. Да неужто? Спустя полгода, блядь. Да нет, я ее просто не мог, у меня ролл не вылетал. Я нет. Да. Только не берите их же людей, СЛ, как вы сейчас в РС были писящие. Сейчас БДК зайду, ссылка. Помогать тебе. Ну давай. Есть у кого с ИКа эти рецепт махну на партняшку? Партняшку махну на кожавку. Рецепт. А кто угол это сделал опять ошибок в слове протопал? Ну, не суть важно. Что это у вас за ники тут? Любовник ретри, брат, так что тут муж, жена. Ты сейчас сестрой будешь, смотри. Воу.
Странный у меня ник, конечно. Я так старался, когда свой писал. Сука. Славик, Славик, я твою жену шпилю, получается. Слышь, шалану сделай, это ж хоть поймут. Этот, кто он? Сантехник Андреева. Сын, блядь. Ну давайте. Телепец сделал 10 ошибок в слове «рша». Потому что «ршама» нету, уважаемый телепец. Так, ну отца никто там не вписывал. Я думаю, так подойдет. Ну чё там, Слава? Там только не хилом, кем дойти? Да, блядь. Давай хило. Да ну, не хочу. Другой что-нибудь есть, там БДК, протопал могу. Ну, протопалом, да, чё. А кто голы пострелил? Лепец в РК? Кто-то в голову идет этим ред протопалом, да? Ну это, кто ты? А кто в голы? Блять, локту голы. Я любой колкту голы, блять. Твоя жена, блядь, кем идет? Протопалом или кем? Так нет, блять, а кто в голы, это не ретрия, так-то. О, это. А, блять. Ретрия идет. А, я понял, все. Я припутал. Блять, ему вот один. Одни и те же бабы, сука, на одно лицо. О, поваренька зашел. Что ты для него придумаешь? Этот мастер, как его, повар ретри, блядь, помидоры делает. Так тогда садовник ретри? Садовник, да-да-да. Нормально. Ладно, хоть садовник, а не муж. Вау. Я там зайду, если что, кем-то другим если надо будет. Да сиди, хули, пристонишь. О, поклон спасает положение. Кирилл, давай это. Да, БДК есть. АДК есть у тебя на ДК? АДК на ДК есть. Хорошо. Просто моего возьмите АДК в рейд. Не пишу. Ну сейчас зайду. Эндорама это Гильдаль, что ли? А, нет, это не. Так, Рудзу ждёт. Эндорама это Эндриэля. Это я понял. Значит, у неё альты. Чё, как думаешь, Ваня, захилим ДЦ, холиприст, эрдру? Ну, ты... А танк как-то хилить будет. Тут да. Да захилится танк. Да, блядь, до смерти захилить. Сейчас бонус заедем себе. Ршама давайте лучше. Два ХТМО, один свет, нормально. Там мы ДВРС-ку, мы в целом, как? Ты, кстати, свету можешь похилить, там нормально танков поддержишь, а мы...